привет, ребята. Решил пару минут поразговаривать. Сейчас я еду в такой комфортабельный интерсити электрички. Ну, по сути, интерсити это и есть международные простые электрички, но достаточно комфортабельный по сравнению с Украиной. Сейчас я еду в Катовице из Олавы, где я проживаю на данный момент. Хочу немножко рассказать о моей зараз жизни, которая у меня зараз происходит. Бо я деяке время не снимал видео, когда были разные нюансы, но зараз есть возможность снять видео, решил просто рассказать, что у меня нового. Ну, во-первых, я зараз еду по поводу работы узнавать, и буду устраиваться в Теску работать здесь, в Польше. До этого я работал около месяца я проработал, короче, проработал я в этом, как сказать, в Флоренции проработал, там мы делали кресла, то есть мозг для машин. Скажу справді, робота мені не понравилась, тому що дуже тяжко. Нужно було вирабатувати около 2500 єдиниць. Іноді ми саме не більше 3,5 вирабатували за робочий день. Це дуже тяжко, це невозможно буде не попити води, тобто не сходити в туалет. Ти не можеш відвлектися ні на минуту від лінії, постійно лінія йде, ти постійно щось робиш. Морально очень тяжко, физически тоже тяжко, как бы там как бы постоянно на тебя кричат, что ты там не встигаешь, что-то не делаешь, как бы, хотя ты со всех сил там чуть же не падаешь, работаешь, но тебе постоянно зауважили, что ты что-то там не справляешься, что ты что-то там не можешь делать. Потому такая вот ситуация с этой Флоренцией, то я буду оттуда уходить. Ну, как бы ухожу на Теску, буду работать в Теску. В Теску уже более будет работа более такая, я думаю, будет легче набагато. Ну, вообще дедушка там 63 роки работает в этом Теску. Он немножко жалуется, что, конечно, нагружает его. Но дедушке 63 роки, и он как бы понятно, по возрасту він не може тягатися з молодими людьми і не може справлятися з тим обов'язком, який може справлятися там пацани в 25 лет. А що там надо? Ну, взагалі, по роботі я б сказав би, що набагато лучше працює. А зараз їду в фірму в Катовице, яка займається устройством по всій території Польщі, як би вона займається. І таким образом я можу устроїтися в будь-якому, сказати, в любом городе на территории Польши. Фирма достаточно очень большая, как бы она принимает огромную кількість людей, как бы, и уставив их на работу на очень различные вакансии. Большинство это гипермаркеты, супермаркеты, как бы такая специфика, как бы уборка офисов, офисных предприятий так само, как бы тоже много разных предприятий. Ну, фирма, как бы сказать, хорошая, то есть она занимается таким напрямком. А потому в данную фирму я на данный момент еду, постараюсь в Теску устроиться в Олаве. Я хочу в Теску как бы работать там. То таким образом все, у меня так как бы мозг, все нормально в жизни, то есть устраиваюсь, буду видео снимать набагато чаще буду видео. Кстати, там есть несколько видосов, которые я снял, я их выкладу в ближайшее время. Ну, на этом как бы все, то есть всем пока, удачи, смотрите мой канал, не забывайте обо мне. Я постараюсь тоже ни про кого не забывать и снимать каждый раз свежие новые видео. Всем пока, до свидания.